У меня сегодня курятники, катаклизма. Курицу заклевали до крови. За что они ее? Как начали гоняться, гребень весь отклевали до крови. Я ее отсоединила в ящик. Держала на улице. Начался дождь. Пришлось ее сюда посадить на насест. А не опять давай гонять. За что? Почему? Петухи заступаются, а куры гоняют, все прямо пьют. Двух старых убрали. Думали, они заводили. Нет, эти тоже ее гоняют. Вот потом я ее выпущу. Если они опять ее будут бить, придется ее зарубить. Жалко, молодка. Лучше бы вот этих вот стареньких. Почему они ее гоняют? Вообще непонятно. Она же молодка. А петухи подходят, заступаются за нее. Но они сами-то еще кур побаиваются. Не знаю, что случилось. Вот из-за нее двух кур пришлось убрать. Ну уж завтра, если будут клевать, эти еще не сидят. Если будет опять ее долбить, придется ее убрать. Не могу же я бесконечно кур убирать из-за нее. Мне время совсем нету. Тут вот ежевика спеет. Мне даже некогда. Не актинидию собрать, не ежевику. Сегодня пропускала через комбайн. Ой, цветок зацвел. Пропускала через комбайн яблоки. 4 ведра. Замучилась. Не через комбайн, а через соковыжималку. Вот. Пока пропустила. Пока словила сок, пока разлила по бутылям. Даже еще песок не добавляла. Наверное, завтра, может. Вообще яблоки сладкие, не знаю, может быть, и не надо песок добавлять. Ну, ты за мной как шпион ходишь, да? Я хочу из него сидр сделать. Типа сухое вино. Вот опять дождик идет, пожалуйста. Вот, а сидр хочу сделать как сухое вино. Там уже мало надо песку. Может быть, я не буду добавлять. Начинает у меня вот манбреция зацветать. А сегодня еще чем была занята? Еще вот картошки участок. 3 гряды выкопала. Но на этом участке, это вот муж ее так заборонил, потому что сидераты уже посеял. Но на этом участке картошка мелкая. Хотя шкурка у нее твердая уже. Но картошка здесь мелкая. И очень хорошо. Так, это гнилая. И очень хорошо держится за корни, хотя муж и обрезал ботву. Наверное, зря он обрезал. Надо ее немножко погодить копать. И хотел он и эту обрезать. Я говорю, с ума что сошел? Она ж расти не будет. Че она от этих палочек-то? Листьев-то нету, стеблей нету. Значит, расти не будет. У меня здесь что-то в торосе помидоры побило. Надо все вытаскивать, тоже время нету. На улице втавтора все долбануло. И вот сегодня то солнце, то дождь, то солнце, то дождь. И холод, очень холодно. Вон, тыков столько опять. Я большие сняла, и маленькие стали нарастать. Ой, опять целую бочку налила. Там он сидерады посеял горчицу, а здесь посеял рожь.
на этой плантации. Вот еще ящика вытащил. Давай копать. Я уже, ну куда торопиться-то? Она, картошка-то, одна мелочь будет. Всегда торопится, каждый год торопится. Вот здесь вот у нас семена лежат. Мы их не убираем. Немножко позеленеют, ничего страшного. А картошку в сарай сунули. Летних у меня было три. А, вот еще мелкая сюда, вон ее. Надо ее накрыть. А картошку... Ой, картошку. А яблоки... Остались одни Антоновки. Ящик. А все... Летние все сорта эти я пропустила через соковыжималку. А завтра, если погода даст работать, то надо со стороны соседей со стремянки мельбу снять, потому что она к ним падает. И им это, я думаю, не нравится. Вот она. Гнилая падает всякая. Она уже крупненькая. Вот это вот забор, а вот это мельба. И укорачивать надо побеги, ветки. Вечером холодно так. Отцветают мои потихонечку. Новые зацветают. Но новых вон там только наверху. А здесь-то уже вот это отцветшие все. Флоксы какие тоже уже немножко отцветать начинают. Белый еще не зацвел вообще. Так, когда мне тут рожь собирать? Сегодня сеял сидирата и говорит, ржи нам не хватит, надо покупать. Я говорю, давай колосков я тебе нарежу. Он говорит, ну что это, мало все равно. И вдруг она не зайдет еще. Может, она еще недоспелая. Вот, так что надо ехать покупать сидираты, а именно рожь. Потому что он всю картошку, все это поле будет сидиратами засеивать, потом перекапывать.